первый день октября в Тверском УТК «Тандем» прошел мебель-фест. В нем приняли участие свыше 150 человек. 37 счастливчиков получили ценные призы, среди которых были мультиварки, капсульные кофемашины, электрочайники, ручные пылесосы, сертификаты на 10 тысяч рублей и подарки от партнера «Важная персона авто». Самым удачливым удалось уйти домой с новым iPhone 14. Сначала шок, потом неожиданность, а теперь большая радость на самом деле, да. Уже понимаю, что действительно выиграл. Для участия в розыгрыше необходимо было с 22 сентября по 1 октября купить в самом магазине или на онлайн-витрине «Тандем Онлайн» товаров на сумму от 5000 рублей. После покупатели регистрировали свои чеки в приложении «Тандем Клаб». Во время мебель-феста скидки в итоге «Тандем» достигали 70%. Рады. Очень сильно. «Тандем» – первый мебельный центр, в котором появилась своя онлайн-витрина. Ведь выбрать все необходимое можно, не вставая с дивана. А «Мебель-фест» – это отличный повод не только обзавестись новыми стульями или кроватью, но и поучаствовать в розыгрыше ценных призов. Следующий фестиваль у нас планируется в декабре месяце. Это будет предновогодний подарок для жителей и гостей города. Поэтому приглашаю всех в торговый комплекс совершать покупки, сканировать чеки и уже сейчас накапливать баллы для участия в фестивале. Прошедший мебель-фест был для Твери первым. Вскоре нас ждут второй и третий фестивали. Однако уже сейчас призовой фонд составил более 500 тысяч рублей. А в будущем, как обещают организаторы, он будет только расти.